Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Будьте, пожалуйста, внимательны. Сегодня очень интересная тема, так как с данной точки ВЦ5 Чимэнь, которая располагается ниже пупа на 2 цуня, это точка, в которой начинается прародительская энергия у каждого человека. То есть, можно простыми словами сказать, это формируется семя у мужчины, которое передается по роду, рождается поколение, вот либо ребенок, который что? Наделен этой прародительской энергией. Чаще всего наделяется чем? Психикой человек и физическими основами. Психическими и физическими. То есть основа какая у человека? Развиваться благодаря физическому телу. Если он этого не делает, то прародительская энергетика потихонечку будет что? Правильно. Истощаться. Некоторые авторы говорят, что в этой точке ВЦ5 Чимэнь энергетика, скажем так, формируется хромосомная. Вот вам и ответ. Количество энергии определяется у ребенка по его что? Подвижности, характеру и развитию. Насколько он начинает быстро ходить, насколько он мало болеет, насколько он подвижный, быстро развивается, насколько он хватает всю науку. Все это все прародительская энергия. Но помните, что любая энергетика, она истощается. Любая энергетика. Ее нужно пополнять. Данная точка у вас, пожалуйста, на экране, через которую можно пополнять прародительскую энергию. Но люди сразу задают вопрос, а когда ее нужно пополнять? А вот вы знаете, когда ребенок рождается болезненным очень, нужно пополнять эту энергетику. Когда у человека истощается энергетика, и внезапные болезни постигают человека, и не оставляют его в покое, то что? Прародительская энергетика начинает что? Слабеть, нужно пополнять ее через данную точку. Быстрая старость, вот, быстрое формирование любых заболеваний, тяжелых, хронических, это все говорит о том, что прародительская энергетика истощается. Ее нужно пополнять. Мы знаем также, согласно восточной медицине, что прародительская энергетика формируется в почках. Сразу же что? Начинают страдать почки. Также прародительская энергетика циркулирует в чудесных меридианах человека, уж потом переходит в 12 основных меридианов. Чудесные меридианы поддерживают баланс инь и янь. И вот когда приходят на диагностику люди, проводим мы диагностику 12 меридианов и видим, что баланс инь и янь, а его нет. Что? У человека истощается. Истощается прародительская энергия. Она не заканчивается. Она истощается. И когда человек заболевает, вот тогда прародительская энергетика начинает что? Помогать человеку на физическом уровне, как-то содержать его хотя бы на физике. Понятно, да? Элементарно просто. Только никто не обращает на это внимания, на эту элементарную, простую, скажем так, философию Востока. И через данную точку ВЦ5 Чимэнь мы можем помочь прародительской энергии. Она может и воспаляться, да, потому что человек наделен этой энергетикой очень сильно. У него много в избытке этой прародительской энергии. Он не знает, куда ее деть. Она в избытке. Она человека подавляет этой избыточной своей, скажем так, присутствием. Что надо через данную точку? Выпустить эту энергию. Либо наоборот. Человек пришел, энергетика истощается прародительская, нет жизни внутри жизни человека. Что эту жизнь нужно? Что породить? Длительными прогреваниями данную точку ВЦ5 Чимэнь мы можем что? Активизировать прародительскую энергию. Но помните, уважаемые зрители, для того, чтобы породить эту прародительскую энергию, мало воздействовать на данную точку. Нужно быть духовно образованным человеком. Нужно частенько воздавать молитвы, молиться за своих что предков, которые дали вам жизнь, а то мы быстро их забываем после там, скажем так, как похоронили их. Вот и все. Нужно частенько вспоминать их, как это заведено в вашей религии или, скажем так, вероисповедании. Вот и все. Поэтому, думаю, данная информация вам в помощь всем тем, кто хочет и быстро, скажем так, набрать энергетический баланс, и быстро скинуть, и помочь своему организму, и не только. Ну и, конечно, укрепить свою прародительскую энергию. Так как мы сказали, что данная точка помогает при старости, поэтому помните, это единственная точка ВЦ5 Чимэнь в акупунктуре, в которой показаны все болезни старости. Спасибо за внимание.